Очередная посылка из Китая, такая плоскенькая. И я слышал уже много раз про такие приколы, что посылки идут через Эстонию. И наконец-то вот и мне такая посылка пришла. Вот написано «Таллин, Эстония». Пришла она мне не как вот там многие рассказывают, что новой почтой приходят им посылки, курьер приносит. Пришла она мне Укрпочтой. Но за нее мне пришлось не только расписаться, как вот заказные, которые вот приходят с Китая, расписываться надо, а мне еще за нее пришлось заполнить там вот квитанцию, паспортные данные, там что получил, это и вся фигня. Ну, как обычно, вот посылку получаешь по Украине на Укрпочте или бандерольку. Шла она 3 недели. И здесь, да, здесь я тут не прочитал, что у нас написано Memory Card, оценено в $5, 21 грамм. И это у нас Memory Card, microSD карточка на 32 гигабайта. Сейчас я ее расколупаю. Что тут написано? Матюки. О, даже на украинском есть, обалдеть. И на русском. Можно таких карточек набрать, потом продавать. Почему взял это продавца? Ну, во-первых, потому что, как и до этого, я брал это продавца на дешевле, чем остальных. Там 290 гривен. И это продавца я уже брал 2 флешки. Поэтому, как бы, я уже в курсе, что у этого продавца все будет чики-пуки. Дойдет нормально, он не обманет. И не придаст. Ладно, сейчас расколупаю и продолжим. Расколупал ее. Вот такая вот у нас вот упаковочка. Открываем. И вот такая вот флешечка. Это 10 класс. Трансцент. По отзывам обалденная флешка. Вообще трансценты все обалденные флешки. Ну и надо будет ее немножко потестировать. Made in Taiwan даже написано, ничина на ней. Потестим через картридер. Картридер у меня вот такой вот старенький, но рабоченький, через который я тестю. Кстати, тут Made in China написано. Конечно, там еще будет плюс теряться, что не напрямую, а через картридер. Но сколько раз я тестировал через этот картридер, и более-менее получается нормально все. Он там не сильно жрет скорость. Но, конечно, потери все равно на нем будут. Сейчас потестим и сделаем выводы. Итак, приступим к тестированию флешки. И для начала посмотрим, как она читается. Ну, как видите, читается обалденно. 19,5 мегабит в секунду. Это классная скорость. Даже можно сказать, обалденная. И сейчас посмотрим, что она нам покажет при записи. Пятнадцать мегабит в секунду, это обалденная скорость записи, плюс тут она вот еще у нас и растет. Не знаю, до скольки она вырастет, но даже что она сейчас показывает 15, это обалдеть, запись классная. Так что флешка и читает, и пишет классно. Ну, трансцент, он и в Африке трансцент, в принципе, как бы по-другому не должно было быть. Конечно, это была обгалимая подделка, но мы видим, что это не подделка, а настоящая трансцент. И скорость и чтение записи у нее обалденная.
Итак, потестил я флешечку. Скорость обалденная. Ну что вы хотите, это Transcend. Это вам не цацкий пецки. Поэтому, кто хочет себе такую классную флешку, переходите по ссылке и заказывайте. Продавец проверенный, приходит быстро, за 3 недели пришло. Если память не изменяет, который раньше заказывал, наверное, еще быстрее приходили, но я такие SD заказывал, а это microSD. Так что все отлично и классно. Переходите по ссылке и заказывайте.